Устал, да, немножко? Умрёт. Не расстраивайся, все хорошо. Это просто тяжелая смена. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Dark Dragon, King on Fire, Секрет Терракет, пацаны, поздоровайтесь. Здорово, мужики. Рубрика «Аниматроники пугают охранника», King on Fire будет играть за аниматроника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. И главная наша штука – это одевать маску. Кто без маски, он будет мочить. Так, давайте исследуем эту карту. Хоп. Так, Dark Dragon строит, молодец. Подождите, а что это вот это означает? Именно. Ну вот я нажимаю, видите, точки а, здесь? А, это вентиляция закрывает. Да? Воу, такая классная атмосфера на карте, гром такой. О, они работают. Да, работают, мы можем реально чекать. Откройте мне эту вентиляцию. Пиццерия двухэтажная. Какую, вот эту? Да-да-да, пройдите. В сторону, пожалуйста. Так. Воу, музычка классная, слышите? Маску, маску, маску одевайте! Так, внимательно, внимательно. Все в масках. Мне нравится, мне смешно, когда все делают ряд. О! А я в маске сейчас, пацаны, или нет? Да. Что в маске? О, так у меня пропал просто этот скин маски, у меня видно весь обзор. Ты где? Давайте посмотрим вот так. Да, я в маске. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся людям поднять настроение. Тем самым продлеваем жизнь. Ах ты засранец. Так, что вообще? Что происходит-то? Тебе помочь? Помоги. Воу, странно это все работает. Давайте тогда так делаем. Я вижу его. Слышите, вот он по вентиляции пришел. Дышит стрёмно очень. В маске тяжело дышать, да? Я в маске. Я в маске. У тебя была винтовка, Драгон. Потому что я. Ну это значит, ты не мог быть в маске и винтовке, это невозможно. Все, ты меня разве. Не надо никого мочить, у нас чистая РПшечка. Я делаю обход каждый час. Блин, около двери стоит, конечно. Проверяем, что здесь вообще. Все чисто, нема воришек. Может кто-то залез нагадить нам тут. Пиццерия убрана, чистенько все. Ты что стоишь у прохода? Так, проверяем, что здесь. Воу, прикольно. Так. Как же выйти отсюда? Мне не страшно, я иду в бой. Ну-ка, едем. Поехали от них. А, я думал, нам вверх, а мы вниз едем. Нормально, спускаемся. Пацаны, оденьте маски, я рекомендую одеть маски. Потому что сейчас будет что-то очень стрёмное. Здесь подвал, здесь бывает нету. Очень стрёмно. Да как это, ничего нету, сейчас что-то будет. Так, а тут что? Мы к вам. Тут побольше места. Что за перестрелки? Ты, убийца ящиков. Тю, блин, это все в масках. Молодцы, пацаны, не снимаем. Можем мин тут наставить. А вам удобно в масках ходить? Да. Не очень, тяжело дышать. А, она со временем у меня пропадает. Я стоп-сон прописал и все. Четко. Даже на записи видите, я в маске хожу и все четко видно. Как через время, надо просто подождать, и она исчезает. Где King the Fire у нас? Я вообще не знаю, где он. Надо его прорезать. А ты где находишься, скажи? King on Fire, мы, короче, в подвале. Так, все, тихонечко сидим, ждем его. Если что, если не надет кого-то из вас, я убиваю. Его? Да. Маньяком? Да. Ты ж не умеешь. А, я вижу. Все, ждем, сделаем засаду. Он идет, пацаны. Я в маске. А его нету?
А-а, обманул. Ждем, ждем. Так, я вижу тебя. Ты через как-то стены провидневается твоя текстурка. Никого. Слышь, ты где? Ладно, что, наверх поедем? Нажимаем. А может, наверху ждет нас? Он засаду нам сделал, а мы его тут ждем. Бери ножик. Давай, маньяк-убийца сегодня. Все зашли? Заходи. Уже, да, он стоял у двери. Готовы? Главное не паниковать, соблюдаем все четко. Спокойствие. Вы опоздали. Он в будке. А, эй, ты чё там сидишь? Это наша хата. Давай, короче, пошли через этот. Вентиляцию. Отпадла, закрыла, а? И чё? Убили его? Так, отлично. Все, сидим, закрываем. Опа. Так, все открыто. Вот он, вот он, вот он. Все четко. Вот что ты ходишь тут, а? Подлец. Так, а где он? Сюда пошел? А он спрятался. Он очень хитрый аниматроник, пацаны, будьте внимательны. Он может любого убить из нас. Он в эту вентиляцию. Да? Да, посмотрим. Так, вижу. Я на столе пока посижу. Потусуюсь. На музыку послушаю. Да ну. О. Кто там пошел? Че-то телек висит. Устал, да, немножко? Он прил. Не расстраивайся, все хорошо. Это просто тяжелая смена. Все будет хорошо. Аниматроники будут спокойны. О, ожил. Слышите этот звук шкатулки? Да-да-да, слышу, слышу шкатулку. Ой-ой-ой, кишки из жопы. На, убила. Ой-ой-ой-ой, она внутри. Я вижу, я вижу. Пацаны друг в друге застряли. Ух ты, давайте удалим эту штуку. Я застрял. Я вижу, стоит марионетка. А ты, блин, кровавый кабак у меня сделал на весь экран. Он задрал. Ты какой-то жесткий. Хотя он нас еще щадит, он просто красиво отыгрывает. Да что ты такое? Так, сидим, ждем. Давайте удалим эту кабаку. Он пришел. Где он? Он нашел. Закрывай. Закрывай. Эй, трупейшн, убери свою гамну жопу. Да что оно? О. Да не тужал, да, просто кнопку. Умный охранник. И где ты, Kindlefire? Внимательно слушайте его. Я же знаю, он может так сейчас красиво прийти, нас и замочит резко. Маску берем. Кто-нибудь Саньку проходит? Ждем. На улице гром. Ты где? А то я. У нас хочет убить? Пошел искать тебя. Трус, ты где? Нема? А ну-ка. А его нет. Да, я в маске. Отлично. Ты где? Я вниз, пацаны, на лифте еду. Камеры проверяйте. Я не могу нажать, когда я в маске? Могу. А ты что, в невидимке, что ли? Так, давайте здесь почекаем. Я так и понял. Эй! Сейчас помоги, застрял. А, помочь тебе? Да. Хорошо. Пейте. Спасибо. Красавчик. Ты как это, жидкий металл. Между этажами застрял. В игре Джуманджи видел такое? Да. Вот так сам это сделал. Молодец. Все, мы едем. А есть такой мод в игре Джуманджи? Интересно. А интересно был сыграть. Да, давайте после записи посмотрим. Так что, если этот мод есть, то следующий ролик выйдет. Мод Джуманджи. Эй, лифт! Мы только опять вниз ехали. Ты, блин, давай, возвращайся. Смертельный лифт. Кто там жмет все кнопки? Поехали.
Так, так, так. Приехали. А, Дима, лифт сломал. Сломался лифт? Давайте ему удалим двери. Так, что у нас там? Нет! Вы видите этого аниматроника противного? Что ты делаешь тут? Я слышу аниматроника. А, брат его, да, пришел? Так, закрываем скорее двери. Чпонькс. Так, пацаны, внимательно чекаем. Вы видите, они сошли с ума. Сейчас, все будет хорошо. И тебя вылечат. На! Ой, ё-моё, Дима. Самое обидное, почему-то не убило Дарк Драгона. Почему? Сейчас мы поправим. Сейчас мы поправимся, подожди. Так, так, так. Что у нас есть? Подарок ему. Какой можно сделать? Я злоб. На. А да? Вот это тебя убило, потому что это не просто ядерный взрыв, это бомба ядерная. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!